Добрый день, меня зовут Илья Якименко, я специалист по регистрации с питанием и селекции Нунамс компании BASF. Сегодня 17 августа, мы находимся на демо-поле компании EcoFresh. Рядом со мной директор Павел Петросян. Поделитесь своими впечатлениями о сорте Skindle. Мы видим абсолютно чистые листы, значит, устойчивый к краевым ожогам, нет бактериоза, нет некроза. Форма у него округлая, достаточно крупная. Данный сорт будем использовать в продаже в переработку. Он будет высокоурожайный, достаточно большой, при этом он рыхловатый. Я тебе покажу, какой он в разрезе. На данный момент вес кочана 360 грамм. Но при этом ему еще стоять и стоять, это минимум неделя роста. В таких условиях за неделю он спокойно 300-400 грамм наберет. Вот, посмотри. Он еще не готов, с маленькой кочерыжкой. Вот, обрати внимание, кочерыжка очень маленькая. И вот в данном состоянии он уже 360 грамм. Это уже проходной вес для сети. Он будет минимум 700-800 грамм. У него будет за счет его рыхловатости время на уборку урожая. То есть у него будет окно возможности такое достаточно высокое, что позволяет мне его использовать в конвейере. У меня есть маневр для сбора. Это самое важное. За счет того, что у него достаточно рыхлая внутренняя структура, он не будет переуплотняться. Соответственно, у него такой же чистый лист, не будет некроза. Мы его можем использовать спокойно в переработку.